желтую карточку Катарина. И Сергей Степляне получает шанс со штрафного. Ой, какой гол Сергея Степляне! В самую девятку степ забивает важнейший гол полуфинальной серии. Честно говоря, как завороженный я наблюдал за полетом мяча и где-то в середине еще не верил своим глазам, что он залетит прямо точно в девятку. Но и...